Похоже, что история инструмента под названием арфа равна истории человечества. Существует предположение, что своим появлением он обязан обыкновенному охотничьему луку. Древний охотник, натягивая тетиву, неожиданно отвлекся от мысли о хлебе насущном. Его внимание привлек мелодичный звук, который исходил от его оружия. Так на свет появился инструмент, который получил название арфа. Арфа такой древний инструмент, она известна уже 8 тысяч лет. Вы представляете? 8 тысяч лет. И древние вообще считали, что инструмент арфа Богом создан. И вы знаете, вот самое то, что дошло, на гробницах в Египте, на стенах гробниц изображение арфистов. И надо сказать, что в Египте как раз вот распространена была очень арфа. Они же были маленькие, эти арфы. И поэтому их можно было переносить с ними, под них петь, под них декламировать. Арфа была любимой в Греции. И уже, представляете, вот оттуда арфочки эти маленькие, они переходят в средние века, и потихонечку они растут, они становятся уже больше, и возможности их тоже становятся больше. Не правы те, кто думает, что предшественницей арфы была кефара, которую на живописных полотнах и скульптурах держат в руках древнегреческие божества. Этот прекрасный античный инструмент сильно отличается от арфы и по форме, и по технике звукоизвлечения. Самая близкая родственница современной арфы – кельтская. Эта ручная арфа всегда пользовалась особенным почетом в Шотландии. Арфисты-барды развлекали публику не только на пиршествах и свадьбах, но даже на советах старейшин. По законам средневековой Англии барды пользовались исключительными привилегиями, а за повреждение руки арфиста брали штраф, который в 4 раза превышал штраф за повреждение рук любого другого гражданина. И даже если арфист попадал за решетку, заключенному всегда оставляли его любимую арфу в качестве утешения в тюремной камере. Ирландские арфы, они маленького роста. Они сейчас популярны очень. Они не только в музее, они на сегодняшний день выходят на концертные площадки, и вы не представляете, как это приятно их слушать. У них очень чистый звук. У них ограничено что? Если на этой арфе мы можем сделать все тональности, мы можем перейти из одной тональности в другую, на той арфе нет. Со временем британские власти изменили свое отношение к бардам. Певцы-музыканты стали слишком независимы. Дошло до того, что в 17 веке лорд Барримор приказал вешать подряд всех бродячих музыкантов и сжигать их инструменты. Сама же арфа продолжала оставаться символом Ирландии. С 1603 года ее изображение гордо красуется на третьей четверти герба Соединенного Королевства. Первую педальную арфу в начале 18 века сконструировал знаменитый мастер Гох Брукер. А через 100 лет, в 1820 году, на свет появилась арфа, хорошо знакомая всем нам. Ее изобрел французский мастер немецкого происхождения Себастьен Эрар. Этот инструмент открыл совершенно новые возможности не только исполнителям, но и композиторам. Когда арфа стала вот инструментом уже технически совершенным, как мы сейчас считаем, у нее появились большие возможности. И с того времени стали появляться виртуозы настоящие, виртуозы арфовые. И арфа стала привлекать внимание композиторов. Композиторы стали включать в свои партитуры арфу как равноценный другим инструментам инструмент. Изысканный инструмент очень любил Гектор Берлиоз. Он первым отдал арфам самостоятельные, сложнейшие партии в своих партитурах. Под управлением Берлиоза в 1843 году ансамбль из 25 арф выступал на открытии промышленной выставки в Париже. А в честь другой выставки, всемирной, уже 50 арф играли в опере «Россини Моисей». Настраивал арфы сам маэстро Берлиоз. Арфу любил и другой французский композитор Жорж Бизе. Она часто звучит в лирических сценах его опер.
А Камиль Сен-Санс не только включил партию арфы в оперу «Самсон и Далила», но даже написал для нее специальное сочинение – «Фантазию для арфы соло». Арфа оказалась способна не только украшать звучание оркестра новыми красками, но и подражать другим инструментам. Пьетро Маскани в своей лучшей опере «Сельская честь» поручил арфе сопровождать серенаду главного героя. Никакой другой инструмент не мог так точно имитировать звуки гитары. Жак Оффенбах почувствовал, что арфа может подражать не только звукам гитары, но и создавать иллюзию звучания музыкальной шкатулки. Именно арфа аккомпанирует арии куклы из сказок Гофмана. История сохранила имена великих арфистов. Благодаря композитору и виртуозу-арфисту Роберу Николя Шарлю Бокса, который в середине 19 века объездил с концертами всю Европу, Северную и Южную Америку и даже Австралию, арфу узнали и полюбили во всем мире. Более года музыкант прожил в России, после чего эпидемия любви к волшебному инструменту распространилась и среди русских меломанов. До этого арфу в России уже знали. Еще при Екатерине в Смольном институте благородных девиц девушки учились играть на арфе. Но это была привилегия богатых дворянских семейств. Тогда арфа звучала лишь в салонах. В России арфа впервые громко заявила о себе в опере Бортнянского «Сын соперник». С удовольствием использовал арфу и Михаил Иванович Глинка. Он поручил ей не только партии в операх «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», но и сложнейшие партии в других своих сочинениях. Композитор российских императорских театров Людвиг Минкус тоже с почтением относился к арфе. В партитурах своих балетов он отдал ей право сопровождать танец императорских прим. Арфа же в оркестре имеет очень большие сольные привилегии. Тот же Чайковский, вот «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Это красота-то какая, необыкновенная, понимаете? Потому что, когда звучит там арфа, вы знаете, у людей лица другие совершенно, потому что это очень красиво. И на сегодняшний день русская арфовая школа занимает очень высокое положение в мире. И, конечно, за все это мы благодарим наших великолепных арфисток, профессоров, которые работали в Московской консерватории. Это имена для каждого арфиста, ну, как вам сказать, они уже с малых лет это знают. Основательницей русской арфовой школы по праву считается Ксения Александровна Эрдели. Среди ее выдающихся учениц – Ольга Эрдели и Вера Дулова. В истории арфы есть и героические страницы. В годы Великой Отечественной войны арфа своими чарующими звуками вдохновляла советских солдат, утешала раненых. Арфа сегодня звучит не только как краска в симфоническом оркестре. Лучшие композиторы сочиняют сольные произведения специально для арфы. Ошибкой было бы думать, что арфа звучит лишь под пальцами женских рук. Совсем нет. Изящные и роскошные формы современной арфы в мужских руках отзываются тем же мелодичным звуком, напоминая о далеком и мужественном прошлом древнейшего из инструментов. Времена меняются, меняются и созвучия, и, быть может, прекрасная и загадочная арфа преподнесет нам еще немало сюрпризов,
пока нам неведомых.